Всем хорошего дня, с вами сэр Верти, и мы продолжаем играть в XCOM 2, Long War 2, на легендарной сложности. И вот у нас уже наконец-то исследование в области псионики. Так, а что у нас тут дальше? У нас есть пси-технологии, но я вижу, у нас появилось еще много другого интересного исследования. Даже не знаю, вот Возьму-ка я основные технологии, я хотел бы посмотреть, насколько сильно оно будет ускорять все остальные этих, наши исследования. Поэтому будем идти так. Итак, первые наши ресурсы за все это время. Неплохой кусок ресурсов, я бы так сказал. И забираем. Так, ресурсы, ресурсы, задания. В пень ваше задание. 7 дней, я счастлив. Вот, все, есть ресурсы. Теперь, так, до свидания, все. А, устроить диверсию. Ну, давайте. Диверсию на памятнике. О, это, это у нас новый вид задания. А, раньше в XCOM всегда начинался с того, что мы устраивали диверсию а, на Скажем так, взрывали памятники. Походу, вот это оно и есть. Ну, я думаю, на это задание мы смело можем брать э нашего робота. Потому что, э в принципе, по времени у нас порядок. Так, что-то у нас с этими дополнительным сторожением. Вечно какие-то глюки. Так, э с... мы возьмем два гранатометчика или будет один? А пофиг. 6 дней как раз, если там будет много как раз пришельцев, то у нас будет больше опыта за убийство. так далее. Будем их прокачивать по мере возможности. Крутим наш барабан. О -о Значит, аватар-проект уже давно работает на полную катушку, да? Значительный прорыв, это значит, что таймер очень большой уже. Так, а вот это плохо на самом деле. Так, а тут что у нас? Мы возьмем наших э -э, великих и могучих. Может даже сейчас вообще одного оставим. В принципе, -то... это самый проверенный вариант. Ну, все. Как говорится, не будем заморачиваться лишний раз. Он у нас быстро справляется со всеми заданиями, без ранений. Так что можно его использовать и использовать. Так, крутим. Так, это хорошо. Что э, ж там у него следующие за навыки-то будут? А? Так, и... Стоп, это я опять не туда зашел. Да что ж такое? Так, вот сюда. Так, смотрим. Очередной навык с пистолетом. Ну, в общем, у нас точно будет э, кулиш стрелять из пистолета постоянно вместо снайперской винтовки. Даже чихать будет сразу пистолетным огнем. Так, хорошо. Значит, у нас теперь э, есть задание с памятником. В принципе, мы знаем это задание. Таймера здесь нет, поэтому спокойно вычищаем, закладываем заряд и взрываем всех. Итак, вот мы высадились. Памятник находится не совсем так уже далеко. Да, задание уничтожить всех врагов и заложить взрывчатку. В принципе, задание совсем несложное, Учитывая, что у нас есть два гранатометчика, там еще робот с дробью, сразу, сразу всех, всех напрочь снесет, поэтому мы можем даже не заморачиваться. Так, я кого-то там обнаружил. Ага, солдат. Ну хорошо, солдаты это такое дело. Да, давно я не был на уровне. Аж немного какая-то ностальгия о том, как начинали бойцы. Уничтожали памятника. Мы теперь уже как матерые бойцы уже. Хорошо, значит, у нас так как мы их поставим поближе всех поставим робота мы чуть-чуть дальше поставим на всякий случай если они вдруг на нас начнут идти чтобы не испалиться так ты не будем ничего мы тут взламывать сразу ставим и готовимся к встрече Так, хорошо. Значит, бойцы Адвента не так-то уже далеко ушли. Сейчас посмотрим. Так, огнемет не хочет. Эм Давайте мы продолжим наблюдать. Э -э вот так вот. Если они подойдут ближе, тогда мы их, соответственно. Дадим им прикурить. Нет? Ну, значит, тогда будем их расстреливать уже ракетами, гранатами и прочей ерундой. Так, ну... А, ну понятно все, вот они теперь спалились. Ну, это, это ничего страшного, в принципе, бойцов всего 4 здоровья. Это не продвинутые бойцы, поэтому... ну, точнее, солдаты. Поэтому сейчас мы их... Вот. Мне нравится, когда Как можно определить, убили ли вы, ли вы Вражеского пришельца И солдата и так далее Он просто за замирает Это значит, что вы попали Забавно Так, ну вот эти совсем не страшные Там три несчастных бойца Тем более сейчас мы Точно дадим прикурить ракетой Или гранатой Не знаю, сейчас подумаем, как мы это сделаем Так, хочется забрать все-таки эту вещь. Мы просто сейчас тех солдат уничтожим шквальным огнем. Из гранат, ракеты и прочей ереси. Но, как говорится, гранатометчики на всякий случай я поставил за угол. Мало ли что. Так, ну я не знаю. Тут либо мы их Не понял а у меня по ходу мышка дернулась ладно тогда 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 как мы это сделаем а вот сделаем вот так вот вот и все значит мы уничтожили уже одного бойца со второго по идее спокойно сможем тоже убрать Да, 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 я понял, что э, я вижу то, куда положить С4. Я... У меня глаза есть, спасибо, центр. Все, убираем это отсюда. Недоразумение такое вот маленькое. Все, офицер теперь э, начнет паниковать, ну или точнее убегать э, к, в сторону отряда, который еще где-то есть. И мы сразу поймем, куда нам, в принципе, двигаться. Ага, вот туда. Значит, там вот находится вражеский отряд. Ну, сейчас мы ему передадим большой привет. Так, не, не передадим, серьезно. М -м о, вот так встанем. Вот, теперь мы должны достать его. Все. Не хочет адвента умирать, точнее офицер этот. Придется, наверное, как мы это сделаем? Граната или выстрелить? Да? Хороший вопрос. Я возьму гранату, я не буду рисковать лишний раз. Все, вот так вот. Ну на добычу мне все равно, поэтому. Поэтому, поэтому. Так, все. Значит, всех бойцов подводим. Сейчас, по идее, должен скоро появиться еще один отряд. Ну, а если не появится, то мы его сами там найдем. По крайней мере, мы уже знаем, куда нам двигаться. О, да, вот, собственно, и он. Что у нас тут? Две змеи. Ну, это, в принципе, не страшно. Все, мы сейчас им дадим прикурить. На всякий случай я кину гранату на тот случай, если э, наша, ну то как мы сделаем? Мы сейчас их немножко обезвредим, потом э, нашим бойцом подойдем по как можно ближе и на следующем ходу, наверное, поджарим их всех. Как-то так, потому что сейчас нам надо забрать вот это вот. Я очень хочу забрать. Так, есть продвинутая защита и теперь в, в окрытие. Вот так вот. Все. Пусть будем надеяться, что они будут стрелять в робота, поэтому сделаем вот так. Ну и все. Так, ну и что вы будете делать теперь? А? Отлично. Они фокусят нашего робота, поэтому нам, в принципе, бояться нечего. Пусть они стреляют в него на удачу. Даже если, в принципе, и попадут, то это не страшно. Ну, я сказал, если. Ну, не попали. Значит, в принципе, они позицию не сменили. И в теории мы сможем их сейчас очень неплохо так поджарить. Мы просто, наверное, вот так вот встанем. Теперь... Э так, мы сразу же заложим C4, потому что, в принципе, нам тут осталось немного. Так, а где оно? А, вот, вот, кажется, вот оно, да. Я думал, что оно будет подсвечиваться стандартно, типа, выполнить задание зеленым светом, но не светилось, ладно, неважно. Так, теперь э, отдаем приказ. Вот так вот делается это. Подошли, как говорится, вплотную. Отдаем приказ на дополнительный ход и поджариваем. Поджариваем вкусный шашлычок из змеи. Так, вот так вот. Чтобы они вот так вот вас. Отлично, все. А, они еще начинают паниковать. Ну, на здоровье хай паникует да попадаемость конечно желает лучшего но на самом деле это не страшно мы можем спокойно сейчас э, их обстреливать они это ничего не сделают так ну одна змея понятно она не выдержала напряжением у нас даже уровень в бою прямо был получен. Это, конечно, что-то неожиданное. Ну, еще дальше. Прекрасно, ты взяла и вернулась обратно. Ну, зме... змея, что я тебе могу сказать? Сейчас мы тебе зайдем со стороны и скажем тебе здравствуй. Так, ну что, где там еще вражеские отряды? Или вы хотите сказать, что это все? Так, это 8 противников, что-то мало. Мало, я надеялся, что хотя бы десяточка будет. Ну, задание, в принципе, было несложное. Даже очень несложное. Так, и наш вот боец, который повысил уровень, к сожалению, другие пока бойцы еще уровень не получили, но этого, в принципе, достаточно. Угу. Получается, либо мы можем бить свои ракеты дальше, либо у нас повышается урон огнеметом и ракеты, либо у нас повышается урон огнеметом, но также увеличивается дальность его действия. Да, no. выбор, конечно, спорный. Как говорится, и ракеты, и огнемет очень хорошо так именно впечатываются. Поэтому я возьму все-таки урон и тему, и другому. Вот. А сейчас мы, наверное, перейдем сразу на глобальную карту. Так, у нас скоро будет задание по... Так, это шо у нас? Снабжение противника. Э -э за 4 дня на другой территории. Мне так хочется от нее избавиться, так что не буду я ее трогать вообще уже. Хай они там плодятся, как кролики. Так, еще одно задание. Скрытое событие. Три дня. Не буду я ничего делать. Я просто прекрасно знаю, что у нас ожидает на том задании. Это полно людей за три дня полностью готовый боевой отряд туда не, не закинуть. А несчастным одним ниндзя как-то там особо не развернешься. Так что как-то вот так. Значит, дальше крутим барабанчик. И у нас вот рейд за материалами. Смотрим по времени. Ну, по времени мы не успеваем, но я, наверное, сделаю сейчас кое-что более интересное. Я использую часть, точнее как, мы сейчас загрузим туда полный отряд. Это будет миссия очень у нас сложная. Как говорится, вместо того, чтобы мы проходили туда как-то более спокойно, легко, там, без, с минимум противников, сейчас мы сделаем просто максимум. Максимум. Так, кого мы еще возьмем сюда? Мы возьмем еще вот этого. Мы возьмем всех разрушителей, как раз три разрушителя, там будет просто световое шоу и штурмовичка еще сверху. Так, вот и в принципе я уже когда-то уже показывал, что происходит, если вы инфильтрируетесь отрядом солдат, скажем так. Быстро. У вас очень большое количество врагов, и вам ну, будет, скажем так, жарко. Но у нас тут вполне такой дееспособный отряд получается. У нас есть и разрушители, количество и робот, и наши мега-бойцы тоже есть. Поэтому мы противнику точно дадим, скажем так, ну, подарим несладкую жизнь. Поэтому э, все у нас есть. Отряд готов. Так, отлично, мы отряд будем отправлять. Также в этом задании я сделаю отдельно серию. Серию на одну очень интересную тему. Поэтому я специально так сейчас делаю. Потому что у меня есть... Скажем так, это будет материал для, нашего, материал для нашего следующего сюжета. Вот. Поэтому не ожидайте сейчас какого-то там мега тактического расклада. Ну, точнее как. Это вы уже увидите в следующей серии. Но вы поймете, в чем суть. В чем суть сейчас? Значит, у нас будет, как минимум, я ожидаю, 30-40 противников это будет тяжелые роботы, по-любому должны быть циклопы, много с прокачанных солдат адвенты. В общем, веселье у нас будет сейчас просто зашкаливать. Так, и вот мы высадились на окраине э, какой-то пустыши дороги железной. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот, и э, мы увидимся с вами в следующей серии. Или точнее вы увидите мой следующий сюжет э, на очень интересную тему. Я надеюсь, вам будет очень весело, э, потому что в, в этой серии, я думаю, мне будет тоже очень весело. Э, так что я буду надеяться, что вам понравится. Поэтому всем хорошего дня, хорошего настроения и увидимся с вами в следующей серии.